Прием, прием, здорово всем, с вами Хилхёрдс. И сегодня будет просто дичайшая игра, называется The Wind Road. Давайте я начну с предыстории. Несколько дней назад кошак, вышел Chronos Before the Ashes, кошак его подарил. Я до этого момента уже успел поиграть в эту игру, и мне стало ясно, что эта игра просто, не стоит своих денег. Мы с кошаком переговорили, он отменил подарок, я отменил подарок, ему денежки вернулись, Наглый Влад немножко намекнул, что он бы хотел вот в эту игру поиграть. И максимально добродушный, уважаемый кошак, ссылка на которого будет, разумеется, будет в описании, подогнал эту игру. В эту игру я очень давно пытался поиграть, качал ознакомительную версию со ознакомительного сайта, осуждал себя за это, но не получилось. И вот теперь мы можем поиграть в эту игру. Она очень непонятная, неоднозначная. На всяких вот этих ваших ознакомительных сайтах писали то, что это Ghost of Tsushima для ПК, но это не так. Давайте попробуем. Я играю на геймпуде. И сейчас будем пытаться разобраться. Всякие заставки, анимации, возможно, придется скипать. А, подождите. Я же нажал меню. Стоямба. Что за херня? Как это запаузить? Так, подожди. Что за херня? Я не могу ворачиваться. О, нихера себе! РТ ролл, ё-моё, кто придумал это управление? Так, подождите. РБ ролл. Я только что пробовал на компуктере, мне было нормально. А это вот не нормально. Ладно, давайте пробовать что-то делать. Здесь какое-то очень отстойное обучение происходит. Я не могу это на паузу нажать. Какая грязь. И это, короче, я так понимаю, слэшер некий. Я нажимал ворот, я нажимал. А чё он не бьет? Ну это на фуи. Тут стамина нужна? Можно эксит, можно заново начать, пожалуйста. Игра очень неоднозначная. Видимо, мы даже обучение сейчас с вами не пройдем, но я буду пытаться. Вот, давайте, new game. Delay, да, хорошо. Давайте ветерана начнем. Но мне кажется, игра будет очень сильно душить. На ютубе, на момент, когда вот я пару-тройку месяцев назад пробовал, особо видосов русскоязычных людей не видел. Во, наконец-то, катсценки. Игра полностью на английском. Какой-то Жуан представляет. И эта невероятная легенда рассказывает нам о неком демоническом существе в тренировке. Когда темная сторона заполучила человека, нормально перевести не получилось, вы поняли. Так, ты в нестабильном месте, different, why, up face, whatever, survive. Короче, посмотрим, выживешь ты или нет. Ну давай, братан, я понял. Left stick to walk around, хорошо. И Cyberpunk, Киберпук, учись, стабильные 60 кадров. LB obtain, LB. LB. А, LB, простите, я дурачок. Так, верб, херб. Investigate. Моя одежда, говорит. Оделся, шмотки свои нашел, хорошо. Успокойся, говорит. Ты всегда сможешь начать сначала. Опа, что это? Хилочки, climb. Так, юн, эликсир, юн, rotate, reset, exit. Забираем, идем дальше. Так, RS button, volt. Серьезно? Господи, ладно, управление мое почтение, придется вспоминать. Краш, хорошо, ногой ломаем. Не, ненавижу ящики, прям как в Dark Souls. Камера ведет себя своей жизнью. Короче, какие-то трупы в пустыне, что-то надо сделать нам. Сюжет не моя сильная сторона. Ну вот, теперь мы получили меч. Сейчас будет, походу, тренировочка.
Так, мать моя, старт опен. Инвентарь. Юз. Что-то я сделал. Без понятия, что от меня требуется, честно. Я вообще не понимаю, как управлять. Мне кажется, из-за того, что локализация идет на английском после японского, очень сложно переводить. Но я, по крайней мере, не могу. Внезапный флешбэк. ЛС. Достать меч. Dodge in battle. ЛТ. На ЛТ доджить? Господи, а кто это придумал? Это ролл, а это додж. Я понял. Как его пробить? Давайте хотя бы одного зарежем. Минус один. Что делать-то? Легкая атака. Нихера себе Джонни что творит. ЛБ, Rage Brick. Нихера не понимаю. Что-то читать, что-то писать, что происходит? ЛБ, ЛБ, жму ЛБ. Я, походу, должен какой-то счетчик скидывать. Я бить не могу. Почему-то. Так, хорошо. А как мне? А как мне бить-то вообще? Я что-то не понимаю. Видимо, это простой удар. Простыми ударами, возможно, я буду что-то набирать. Ладно. Это выглядит лучше. Так, мечи на ловкости. Это основной принцип. Single set, come start with a swordplay, which you... Ну и чё? Start tutorial. Back to... Раз, два, три. Это комбинация, это легко. Еще Б. Это комбинация. Раз, два, три, четыре комбинации. Что творится? Щу-щу-щу-щу-щу. Что за озвучка, мать моя? Раз, два, три. И крестик. Крестик не попадает. Еще раз. Раз, два, три. Вот так и вот так. Супер комбинация. Еще Y можно нажать. Раз, два, три, четыре, пять. Треугольничек. ЛТ и РС. ЛТ. РС. Подожди, дичь какая-то. Раз, два, три. Я прожал все, что надо. Ну, я же жму, что от меня хотят. Игра, почему ты такая глупая? Он просто не прокликает, понимаете? Я нажал. Ну вот он не активируется, почему? Раз, два, три, четыре. Еще надо треугольничек. Давай. Раз, два, три, четыре. И вот так сильная. Вот такая. Все, убил. Еще ЛТ. Раз, два, три, четыре. Четыре ЛТ. Какая ж херня, мать моя. Че за боевая система? Можно выйти из этого, пожалуйста? Или пока я не сделаю, я не пойму, как выйти отсюда. Можно выйти отсюда нафиг? Это просто невозможно. Тебе японский мужчина в левое ухо, в правое ухо все говорит, ты с ума сходишь, я не готов к такому, сорян. Если что, закликаем врагов. Каждый шаг в изучении материала. Чего? Короче, очень осторожно изучай, потому что одна ошибка, и ты ошибся. Ты один с ранних лет. Но ты становишься сильнее, чем когда бы то ни было. После 40. Be Freeland. Ты будешь такой пожилой. Короче, какая-то херня. Hold to walk, LT. О, это, видимо, инвентарь мой. Ну хорошо, большой инвентарь, пипец большой. Херово, что на английском игра. Почему камера как-то вот странно доворачивается? Это очень сильно напрягает. Видимо, она доворачивается туда, куда персонаж смотрит, понял. Have weapon, RB. Что значит have weapon?
Unleash LS button. Ну это ствол достать. Sprinter T. Right trigger. Понял, плюс принял. Давайте уже игровой процесс, мать его. Ой, ниндзя напали на меня, шо творится? Пацаны, как вы цели сделать? Нихера себе, вы шо, Джонни, мать вашу. Ты будешь сегодня бить или нет, а утяга? Хорошо, рубим сутулых ниндзя. Ай, Джонни, мать твою. Ай, нихера себе, это что за ниндзя? Тайное искусство. Они бессмертные, что ли, я так понимаю, да? Я проиграл. Нет, я жив. Че за дичь? Да, на картинках игра была гораздо лучше, чем я думал, серьезно. Сила среди нас. Я держу посох Будды. Мне с тобой драться надо, мужик, ты уверен, что ты хочешь? Я очень мощный воин. Раз, давай комбинацию, братан. Раз. Он 3 дня встает после удара, он просто аутяга мелкий. Господи, ты будешь драться? Ты чё, братан, мать твою? Это самый инвалидный персонаж, каким мне вообще в жизни доводилось драться. Только я получаю возможность управлять персонажем, он тут же получает по щам. Так а чё мне делать-то, я понять не могу. Ну блок можно, РБ, окей. Можно отъехать от этого Будды и все. Ну и он тупо ничего не дает сделать, понимаете? Ладно, сейчас все получится. По-любому. Блока цели в этой игре, я так понимаю, нет. Но есть и ворота, есть перекатики. РБ, что дает РБ, я не знаю. Ну какой-то вот тычок я ему наношу, но толку-то от этого всего. А, я вспомнил, не та кнопка была. Раз, два, три. Пробивай манус. И какую-то фигню дают. Ну пробей его, давай, братан, раз. Нет, ты получаешь по щам, мальчик мой. Два, давай, раз, два, три. Комбинация пошла. Look at this insane combination. Ну почти победил, чуть-чуть не хватило. А, так это все, серьезно? Я должен его в любом случае пройти? Обучение уже почти 15 минут проходится. Хорошая игра. Игра стоит на SSD, чтобы вы понимали. А, вот. Отсюда аж сохранение. Серьезно? Вы сейчас серьезно? Ладно. Короче, сейчас еще раз с Буддой драться. Но знаете, когда происходит вот этот диалог, ты ничего не можешь делать. Ни любую кнопку нажать. Вот только сейчас. Знаете, я бы честно сказал, что это... похоже на игру трэш. Вот серьезно. Я не знаю, как добавить сюда слот быстрого доступа. Но мы все еще поиграем, потому что интересно, чем же это все закончится. Скипнуть я это не могу. Не могу его пробить. Нужно ждать, видимо, его атаки. А зачем у меня вот эта херня набирается? Вот понять не могу. Который я ЛБ могу пробивать. Ну, все, комбинацию пропустил. Да господи, ну вернись, ты аутист, косорукий, мать твою. Я все кнопки жму, все увороты, все доджи, все блоки, ни хера не работают. Боевая система явно для азиатов сделана. Может, нормальному человеку, адекватному, обычному. Просто невозможно этим... Все, я сосу. Просто большой и жирный. А, пофигу, блоки, не блоки. Мое почтение, господи. Ну это реально, хоть кто-нибудь тестировал? Пожалуйста, скажите мне, что тестировали. Сейчас. Просто, чтобы я понимал. С самого начала эту всю залупу начинать? Ну, видимо, да.
Сейчас, я готов. Я готов. Вот это рофл! Я не могу быстро бежать, я не могу ничего скипать. Я просто иду и слышу этот диалог каждый, сука, гребаный раз. Вот это да, слушайте. Наверное, от этой игры будет гореть пердак похлеще, чем от Chronos Before the Ashes. Я давно такой неоднозначной игры не видел. Хорошо, как бы это самое начало, возможно, я не разбираюсь. Сейчас попробую разобраться и пройти дальше. Ну чё, третий раз, сейчас буду натягивать. И походу я словил баг, потому что у меня не происходит ничего. А нет, ладно. Видимо, слишком быстро подошел я. Нафига вначале делать такое душное обучение, которое нихера ни на что не влияет? Ради чего? Каков в этом прикол? Я типа дурачок, видимо, да, раз я не понимаю? Не, ну типа, ну серьезно, ну объясните мне. Все. Только ты поймал хотя бы один... Да ты сосешь просто огромный. Только, сука, один удар ты ловишь. Ну что за дерьмо? Ну кто это проектировал? Ну вы серьезно? Ну вы хотя бы тестировали игру перед тем, как выпускать ее? Да, такое себе. Ну все, опять сосем. Эй, братан, посиди. Ты же любишь сидеть. Господи, какое дерьмище. Мать моя, да ударь ты, аутист. Я ничего не могу сделать, я все кнопки жму. Вот эта жопа горит! Вы понимаете? Станлок на 5 секунд. Господи! Я гнал на Chronos то, что там какая-то непроходимая фигня, когда персонаж задыхается. Так дерьмово сделать игру! Вначале так душить игрока! Мое почтение! Пердак горит, игра заходит. Да, прям слов нету. Я реально говорю, вот локоцели нету, управления в режиме боя нету. Очень несбалансированная, непроверенная игра. Просто нет слов. И как бы игра, вот я уже думаю, что я долго иду, но я уже подошел. Ладно. Игра в Стиме. Багов вылетов быть в теории не должно. Давайте опять этот. Развалит мне кабинет снова. Как я люблю. В принципе, ничего нового. Ну и чё мне с ним драться? Он не дерется, понимаете? Он отказывается драться. Он как бы блокирует, парирует, что-то там делает. Я пробью ему. Так, делаем комбинейшн. Я не могу, мне нужно, понимаете, мне нужно уйти от этого места, потому что иначе мне засчитывают проигрыш. Господи, Dark Souls раз 15 лучше сбалансированы, сделаны. Лучшая игра богов просто. Это не игра, это, блин, это просто питка. Буду от воротов пытаться играть. Все, лос соснул тунца. Раз, два, пробитие. Все, сюда. Уворачиваться просто технологически нереально сложно. Технически. Просто не представляете, насколько сложно уворачиваться в этой игре. Попал. Ну, конечно, попал. Ну все, сосешь. Эх, сосу, сосу. Нравится сосать, нравится. Надо вернуться в арену, иначе конец игры. Бля, не могу его пробить. Давай, еще пару триков. Давай. Ну почти. Максимально осторожно. К нему быстро подъезжаемся. Натягиваем его. Ворачиваю. Я не понимаю, я левым стиком пытаюсь указать направление ворота, но он управляется в ту сторону, куда он сам хочет. Вы понимаете? Он очень дерьмово сделан. О, да, я одолел кого-то. Все? Или не все? Посох надо взять. Так, подождите, это еще не все вы хотите сказать? Я уже просто горю, я прям на эмоциях. Такого отбитого обучения я в жизни не видел. Dark Souls нормально сделано. Хочешь, обучаешься, не хочешь, не обучаешься. Ладно, возможно, это японский, китайский фольклор. Мне он непонятен. Обычному обывателю, так что. Так, Rejuvenator. Не знаю, что это такое, но пусть будет.
Зачем делать в начале игры такие душные пробежки? Я просто категорически не понимаю. Сука, это начало игры, это обучение. Хорош меня этим дерьмом душить. Игра, дай поиграть. В чем прикол этой игры? Я не понимаю, ну реально. Может, я дебил, конечно, но я реально не понимаю. Я не могу его пробить суперударом. Я увернулся. Я ему вроде бы сбил белую херню, но все равно пробить его не могу. У него вот эта белая полоска регенится за 3 секунды. Куда мне вернуться? Куда мне вернуться? По звукам был где-то справа вообще. Какие же даунские тут вороты, мать моя. Я не могу двигаться, но он мне эту залупу повесил и все. И соси, говорит Влад. А я и сосу. Блин, разработчики Хроноса, простите меня, я не играл вот в это. Поэтому я зря гнал на Хронос, потому что это, по сравнению с Хроносом, блин, игра, не игра. Как понимать? Вот я на миллиметр вышел, не миллиметр вышел, миллиметр зашел. Как понять? Здесь можно драться, здесь нельзя драться. Господи, какая грязь. Да какой варнинг, я на месте. Какие-то, хер знает, какие-то акробатические этюды выписывают. Что за дерьмо из дерьма? А, это меня натянули? Я думал, я его натянул. А нет, оказывается, снова я пососал. Да. Начало игры. Будет ли это босс-раш какой-то? У меня глаз начал дергаться. От непонимания того, как можно настолько... не знаю, неравномерно, что ли, вводить человека в игровой процесс? Можно это скипнуть, пожалуйста? Титры показывать в начале, мое почтение, чтобы прям вот задушить душным началом и еще титрами, которые не скипаются. Я все кнопки нажал. Все кнопки нажал, нельзя скипнуть. Чтобы прям поименно знать за 7 дней до этого, чтобы поименно знать тех, кто причастен к этому. Ну, спасибо, в принципе, логично. В принципе, логично. Чтобы, как я всегда говорил, я люблю знать того, кого мне нужно ненавидеть, не так легче. Вот теперь я понимаю, кто во всем этом виноват. Давай, диалоги, диалоги. Очень хочу диалоги. Будут диалоги? Нет, диалогов нет. Меня зовут Мэнджинг. Ты знаешь леди Джу? Пойти что-то там, кого-то на жирность проверить. Говорит, пошнем за мной. Спасибо, говорит. Все еще 60 фэпосов. Нельзя. Не, ну озвучка ничего такая. Достаточно живенько. Графика не идеальная, но камон. Короче, если тебе что-то надо, ты скажи. Ask about leaf. Чухулую. Так, sit down and, and observe the second floor. Что надо делать-то, мать вашу? Инвентарь. Movies. Движение. Хорошо. Крафт. Могу крафтить. Инвентарь. Не могу понимать, как инвентарь. Лоры. Лоры — это история. Inner QE. Ё-моё. Enhance. Улучшить. Какая-нибудь карта будет? Нет. Пауза. Бэк. Ну, sit down, down. Пойдем искать второй этаж где-нибудь. Могу здесь сесть. Then sit, RS, focus, RB. Фокусироваться могу, подглядывать. Observe, leave, last button. Окей.
А, где-то сесть и исследовать второй этаж, правильно? Open. Могу воровать. Stash Inventory. Возможно, это мое. Где я могу сесть? Прыгать не могу, жалко. Но полагаю, надо сюда сесть. И фокус. РБ. Второй этаж. Я не могу вообще на второй этаж подняться. Консит рез баттон. Я искренне не понимаю, что от меня игра хочет. Sit down. In the inn. Ну да. I need to be patient. Мне нужно дождаться типа ее. Дорогие покупатели, extra card during... Хорошо. Ну да, я не могу выйти пока. Ну, видимо, ждать эту мадаму. Хрен его знает. Observe. Как observe переводится? Что это? Так, это история лорная. Очень интересно, жаль, что читать я это не буду. Может быть, на втором этаже? Может, я сюда могу выйти? Могу. Только какой в этом всем смысл? Есть какие-то истории. О, слушайте, Expo. Можно квесты взять. Secret Forest, Beating Martial Arts, Money. Могу как-то взять? Не могу. Честно говоря, есть собирательство, полагаю я. Есть какой-то секретный, что это? Секретный люк? Be tunnel, doesn't bitch be tunnel. Ключа нет, окей. Можно я сказал это? Ну вы поняли. Ого, какой гнедой. Нельзя достать пуху. Опа, проверочка. Нельзя, ну ладно. Ну, как понять observe? Что такое observe, observe? Мне кажется, исследовать, проверить, затестировать. Но на втором этаже я ни с кем не могу ни поговорить, ни провзаимодействовать. А могу, смотри. Чат. Это забудь. Или потеряйся. And the crap. Могу, оказывается, разговаривать. С этим не могу. Observe, RS button. Ну, станции RS button. Ну, и RS, и observe. Что от меня игра хочет? Я не знаю. Пойду где-нибудь погуглю, потому что я не знаю. LB, observe. LB. Я как бы должен проверить кого-то, нет? Ладно. Лол, хотите прикол? Вы в жизни не догадаетесь, что надо было сделать. Надо было посмотреть сюда. И вот этот черт должен его убить. Ну? И чё? ЛБ. А, ЛБ. Ой, какая неожиданность. Посмотрите на эту кинематографичнейшую про... эту камеру, просто нет слов. Мое почтение, в слоумо убежал. Это нехорошо, нужно помочь. Надо расследовать убийство. Мне вроде бы надо сначала сюда подойти, нет? Есть письмо здесь. Old Pickhair, это как раз Old Pickhair, be exit my... Sorry for my English, я очень плох. Но теперь надо к убийце пойти. Большая свинья, вот. Вон, смотри, мудачье стоит. Сюда, пацаны. Выходите, я вас вижу. Ты хочешь погибнуть? Hand him over to me. Ну, короче, иди сюда.
Таким ау. Короче, надо его выбить. Ну что, собаки, я Наруто Узумаки. Хакаге. Сюда идите. Минус один. Подружка видела, что с твоей случилось? Хочет то же самое? А зачем обучение такое душное, если вот здесь так легко со всеми драться? Зачем? А. То есть я их разрезал напополам, а потом они такие, нет, ты в принципе сильный, мощный, опасный, и да. Я не понимаю, почему все в таких каких-то движениях смазанных. Хорошо, я сделал. Дальше от меня что хотят? Отвали, говорит. Мастер Хоп, это был не я. Мастер Хоп, говорит он. Эй, говорит. А, нет. У меня, короче, проблемы. И он просит дозваться мастера Хоба. Я никак не могу эти даунские диалоги пропустить, простите, могу. Сейчас человек за сакан хор. Надо пройти второй этаж. The train come to him. Head for the second floor of the inn. Чё хочу сказать? Я сижу, вижу то, что вижу, и такой, вы серьезно? Это игра, типа, это не возможно. Это просто такая... Я не знаю, ну, как бы, не хотелось бы ругаться, но это невозможно. Это честно, это просто позорище. Где, короче, труп? Что это значит? Broken Jewel, сломанное ожерелье. Отбакет. Сука, а чё так быстро? Я прочитать не успеваю, алё. Sit down and wait for lady. Короче, ну нужно дождаться этой ляди, леди. Ну, это шутка из Гулливер в стране лилипутов, где-то там он такая. Я леди, и он такой, я люблю людей. Вот, не подумайте, я не ругаюсь. Sit down. Wait. Охерительно! А давайте подумаем, на какую кнопку нажать, чтобы ждать. А хер его знает, какая кнопка ожидает. А, хорошо, левый стик это был, спасибо за перевод. Черт возьми, где эти ублюдки? Он очень ругается. Ты реально просто набор катсцен. Идешь, что-то произошло. Идешь туда, еще что-то произошло. Потом идешь сюда, еще что-то произошло. Настолько неоднозначно срежиссированной дичи я давно не видел. Ты... Меня зовут так-то. Ты такая-то, да? Я забыла. Хаусменг, right, you had just prepared something there. Everybody here, start open. Чё? Go to the backyard and get the key from Kuyuya. Go to backyard and get the key from Kuyuya. Кто такой Kuyuya? Так, возможно... Вот. Мастер Хоп. Ты там меня спрашивал. Fish consumers waiting. Так, что такое? Kill fish. The ключ. Извини меня. Эй, один рум. Ключ, он у Хоба. Temple like hell from him. Go to backyard. А если вот так? А, я не могу атаковать сейчас. Filled with fish, it's supposed to be used for cooking. Лиды, окей, okay. И что, мне надо с Хобом перетереть? Потеряйся, говорит. Скук сквайт. Этот повар выглядит, короче, мудаком. I look for the key in the kitchen. Hide the fish barrel and... Чего? Сука, а можно еще быстрее убирать подсказки? Hide the bucket. Ох ты, мудила жирный. Какой ты урод. Я просто слов не имею. Это, я уже говорил, я реально просто...
квинтэссенция непонятностей того, что происходит. Просто тут, просто там, просто такая грязища, такая дичища. Ну вот, hide the bucket. Get the key from the chief. Спрятать, он сейчас выходит драться, правильно понимаю? Давай, натягиваем этого хоба большого. Нихера себе у него урон, братан. Ну, я уверен, что я что-то делаю не так. Блин, я прям теряюсь в догадках по поводу того, насколько эта игра дичайшая. Я, конечно, буду иногда ради рофла попытаться возвращаться в эту игру. Я как-то могу иначе это сделать. Игра мне говорит, типа, спрячься, как-то используя эту корзину, чтобы принести, типа, на кухню эту корзину и поискать ключ. Но у меня возможностей нет. Get the key from the chief. Можно как-то спрятаться, какую-нибудь кнопку нажать, нет? Может, мне надо спрятаться? Я не могу спрятаться. Прыжок на правый стик. Мое почтение. Просто сверхразум это придумал. Где у тебя ключ? Все, у тебя сворую. На втором этаже ключ? Отлично, нашли ключ. А все, сворую. Но если идет диалог, ты ничего не можешь прочитать. Мое почтение. Лучшее управление вообще Эва. Я нашел ключ. Take some rest. Ну, я там только одну комнату знаю. Ну вот, я знаю комнату, вот это есть. Ну, как мне найти? Ну, А1, где это А1 комната? Я мог бы у этой девки спросить. Ну, пойди. Ладно, ладно. Так, ну, что могу сказать? В итоге мне пришлось немножечко это... Я нашел ключ, не нашел ключ. Бегал, искал, не нашел этот ключ. В общем, игра очень сомнительная. Возможно, когда-нибудь я попробую еще в нее поиграть. Нужно отдохнуть от нее. Все, что я про нее думал, я уже сказал. В любом случае, буду очень рад почитать ваши комментарии на этот счет, погореть вместе с вами. Ну и всем всего хорошего, счастья и здоровья, как всегда. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.